Ты помог сохранить наш дом. Есть одна работенка. За последние два дня пропало несколько людей. И насколько мы знаем, они не в блаже. Говорят, одна из приближенных к Вере держит какое-то место, откуда они возвращаются. Пытки, утопления, жертвоприношения. Те, кто не прошел путь Веры, попадают туда. Похоже, у нас серьезная проблема. Кто-то должен узнать, что там творится. Кто-то, кто может постоять за себя, если слухи подтвердятся. Береги себя, салага. Тяжкая у тебя работа, зато очень важная. Катрина и ее команда пропали. Есть новости? Оказалось полезной наводкой. Сообщили, что жрица направилась в твою сторону. Это не совпадение. У тебя пара минут, чтобы осмотреть зону. Входи осторожно. Там могут быть заложники. Преобразующую силу веры. Бедные души, мучимые сомнения, находят здесь озарение. Это ли не чудо? Очистим! Враг около здания! Yeah.
Спасибо за то, что ты сделал в тюрьме. О, спасибо. Меня не так-то просто убить. Я буду сражаться дальше. Спасибо. Надеюсь, ты готов. Если мы все рассчитали верно, то жрица скоро появится. Вера, Тим, спасибо. Они заплатят за это кровью. Это шериф. Мне тут шепнули, что ты убил жрицу Веры. Ты даже смог спасти кое-кого из наших. Ты вернул это место пумам. Вот это ты даешь, салага. Салага, шериф на связи. Если меня не обманули, ты спасаешь пленников. Жаль, что ты такой один. Конец близится. Людей хватают все чаще. Вера пытает их или делает из них ангелов. Омлет из мозгов, как говорит Рейси. Найди их и отправь домой. Что недоступно нам. И он уже.
ждет тебя. Я не понимаю. Ты думал, что сможешь и дальше безнаказанно творить все, что захочешь? Я была честна, справедлива. Но ты такой эгоист. Ты заставил уйти того, кто этого не хотел. И все ради чего? Ради славы? Скажи, ты знаешь, что такое гибрис? Высокомерие перед богами. Греки верили, что те, кто позволяет себе подобную дерзость, гневят богиню Немезиду. И она покарает их. Если выиграю, ты наденешь значок. Что скажешь? Стрит Флэш. Раз ты понимаешь лишь язык насилия, поговорим на нем. Их кровь будет на твоих руках. Их кровь будет на твоих руках. Как тебе такая слава? Как тебе такая слава? Что ты делаешь? Жаль, что пришлось это сделать. Жаль, что пришлось это сделать. Но другого пути не было. Но другого пути не было. Ты сделал свой выбор. Ты сделал свой выбор. Кто открыл двери? Черт, они внутри! А я говорил, я не хотел идти. Все еще пытаешься быть героем? Слишком поздно, увы. Надо было слушать, когда был шанс. Вера же сказала, придет расплата. Врата и дома подпирают. Вы не хотели пускать нас сюда, но мы объясним вам истину.
Отца не остановить! Это наши? Я пошел! Принято! Нет! Я лезу наверх! Понял! Нас послушают! Да, я вижу цель! Граната! Ложись! Твоя битва окончена! Худший день в жизни, блин. За что мне эти мучения? Даже не знаю, как сказать-то. Как же меня угораздило. Что-то случилось с Вёрджилом и Маршалом. А потом все пошло кувырком. Они взяли шерифа и остальных. Плохи дела. Надо что-то делать. Ворота заперты, ключ у одного из них. Скорей! Худший день в жизни. Неси ключ! Скорей! Сюда! Ты так стараешься? Печально. Ведь все напрасно. О, нет. 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 Давай. Давай. Зажми рану. Ну же, Вирджил, ну. Ну. Вот что она делает. Берет. Уничтожает. Найди ее. И убей. Пусть ответит за все. Когда все закончится, нас всех ждет блаженство. Ты узрел нашу силу. Приди, и увидишь мир, который ты не в силах вообразить. Шериф не дал тебе пройти по пути. Но теперь он понял, в чем смысл. И он придет к нам в Эден. А попробуешь помешать? Твой шериф был стеной. Стеной, отделявшей тебя от отца. И мешавшей увидеть истину. Я сокрушу эту стену.
Твой шериф уже близок к тому, чтобы впустить в свое сердце слово отца. И тогда пути назад уже не будет. Ку-ку. Грешник. Почему ты противишься? Ты знаешь, что грядет. Отец показал тебе. Миру скоро придет конец. Он болен и порочен. Отец дает тебе шанс отпустить, перестать бояться, освободиться. Мой дар? Ты не можешь помешать отцу! Он могущественнее, чем ты думаешь! Разве ты не понимаешь? В чем не виновата? Думаешь, я хотела? Он накачал меня наркотой. Угрожал мне. Мне было 17, совсем ребенок. Все еще не понимаешь. Ты даже не знаешь, что делаешь, да? Иосиф верит, что он спасет нас. Но только ты решаешь, что будет дальше. Ты начало, и ты конец. Все должно было случиться так. Ты пройдешь путь. Ты спасешь шерифа. Ты станешь героем. А потом... выберешь. И если не послушаешь его, он был прав.
я был избран. Иосиф Си! У меня ордер на ваш арест. По обвинению в Будем петь, как в самый первый день. Долго я не продержусь, салага. Блажь, спаси людей. Нужно торопиться. Благодать спасет того. Я из пучины бед был мертв и чудом стал живой. Был слеп и вижу свет. Нужно торопиться, друг. Поторопись, покончи с блажью. Сюда, салага, скорей! Давай, взорви это место к чертям. Хорошо.
Ну и видок. Да, красивее не становлюсь.
Тебе помочь выбраться? Нет уж, справлюсь. Я думала, нам конец. Мы обязаны тебе жизнью. Спасибо, Салага. Эй, не поможешь мне? Мне пора. В какой-то момент мне стало казаться, что надежды больше нет, и я опустил руки. Но ты помог мне. Погибли люди, много людей, но все те, кто остался, живы благодаря тебе. И я очень тобой горжусь. Теперь тебе нужно найти Иосифа Сида и отправить его под суд или пристрелить. Боже! Это приказ, помощник. Печать сломана. Вера. Моя вера. Она не зря носила это имя. Вера была предана нашему делу. Она была похожа на вас. Сломлена. Потеряна. Я поверил в нее. Смог создать ангела. Идеальная. Эти грешники забрали ее. Вера объединяет нас. Без нее нам конец. Мы не должны терять веру. Тот, кто причинил нам боль, заплатит. Джесс Блэк. Встретимся на лесопилке. Повар задержался на этом свете.